В мае Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос жителей в 13 муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу приоритетов государственной политики в Арктике. Опросив почти 3500 человек, специалисты центра выяснили, что в вопросе законодательного закрепления гарантий для северян равнодушных среди ямальцев нет. Обеспокоенность сохранением северных объединяет жителей вне зависимости от пола, возраста, сферы занятости и места жительства. Этот вариант выбрали 87% опрошенных. Вторым по значимости среди участников опроса можно считать предложение о продлении программы переселения из районов Крайнего Севера в Тюмень. Строительство объектов социальной инфраструктуры, школ, больниц, центров досуга в Арктике считают важным прописать на федеральном уровне 65% участников опроса. Активнее в этом пункте высказывались женщины и респонденты в возрасте 25-39 лет, для которых наличие в населенном пункте условий для обучения детей, сохранение здоровья семьи и саморазвитие является определяющей при выборе места жительства и работы. Эта тенденция указывает на то, что данные категории населения связывают с округом свое будущее. Я не ошибусь, вот если скажу, что наша точка зрения всех ямальцев, что в первую очередь должны быть сохранены социальные гарантии и обязательно сохранение рабочих мест для ямальцев в первую очередь. И все объекты, которые сегодня ведутся, крупные федеральные объекты на нашей территории, конечно, по идее, мы должны использовать свою рабочую силу и квалифицированные кадры из молодежи готовить для вот этих будущих больших перспективных проектов. И на сегодняшний день мы видим, что промышленное освоение набирает обороты, и объектов становится больше. Ямал сегодня на месте не стоит и ведет свою программу развития региона. И мы сегодня, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, дома новые возводим, значит, детские сады новые у нас строятся, спортивные комплексы тоже у нас есть такие прям хорошие примеры, которые вот сейчас к сдаче идут и недавно сданы. Мы твердо, уверенно идем, объекты строим, поэтому впереди еще большой объем работы. Я думаю, что Ямал эту работу не прекратит. Именно неприкосновенность социальных гарантий северян и их законодательное закрепление наряду с сохранением рабочих мест и уровня занятости в округе стали основными направлениями для окружной инициативы по сбору подписей. Напомним, 20 апреля об инициативе окружного отделения профсоюзной организации работников народного образования и науки Российской Федерации заявила председатель организации Ольга Березина. Было решено организовать сбор подписей жителей округа в адрес депутата Государственной Думы Российской Федерации от Ямала Григория Литкова. Он принимает непосредственное участие в разработке закона о развитии арктической зоны Российской Федерации и на федеральном уровне отстаивает интересы северян.